друзья, это у меня португальский конкурс. Так, пиши, кириш. И это будет 25-е. И смотри, я протяжу на снять кириш на завтра. Чтобы это вложить. И не писать в описании этого кирижа. Ради вам, я смотри, это ваш мой крутой кириш. Обожу, это 8 ровно. Подписывайтесь на меня. Ставьте лайки, чтобы я покушаю. Нажмите на колокольчик, чтобы никогда не пропускать мои уведомления. И сегодня у нас челлендж с бутырками. Пройди с закрытыми глазами как можно быстрее. Между ними бутырками. У меня еще будет двойкая маска специальная на лицо. Листья капусты. И вот такая коробочка. Чтобы это снять, это видео, это как туристы. Ну что ж, начинаем. У меня есть 3 бутырок. 3 бутырки. Я закрываю глаза. Когда у нас 9, уже как среда. Начиная трапеза. Итак, начинаю. Первый я прошла. Второй тоже прошла. И третий уже прошла. Идем назад. Итак, я уже прошла. Теперь осталось надеть вот эту маску. На лицо. И сказать кое-что. Момент. Сейчас у нас карантин запущенный до осени 1 сентября. Никогда не повторяйте в этой жизни, в этой маске. И скоро у меня начнутся танцы. Итак, протираюсь второй раунд. А сейчас будет. Вот этими лицами я буду кусать. Смотрите. Как известно, я уже откусила везде. Смотрим. Это будет третий раунд. У меня есть такая коробочка. Я пройти. Видите, как это будет. Я специально для этого вот так. Я это все не уронить. Я уронила, ребят. Ну что это, что такое? Хорошо, ты меня подписан. Это пройти. Ну, такой челлендж, который у меня пройдет. Болейте за меня. Да, конкурс. Включи челлендж. Это будет 25 число. И помните, голосуйте за меня, то и вас игру. Я, Раиса, Таня или Женя. Будем завтра и голосуем. Завтра я видео. Уложу 8:20. Выполнился. One hour later.